День пятый, друзья, всем привет. Зашли в поле, первая монеточка, первый сигнальчик. Ха. Непонятный как алик, он тракторист ко мне едет. Хрен поймешь, скорее всего деньга. Продолжаем. У нас первое серебро, комрад поднял. Женский лепесток. 84-я проба. Поздравляю вас. Грация, бомбина. Да. А мы вон копаем, вон он тракторист наш. Тракторит. Так, друзья, у меня сигнальчик. Тоненький. Сейчас будем искать. Вместе. Может быть, серебрушка. Колечко от конской упряжи, блин. Вот такие вот обманочки. Нормально, продолжаем. Продолжаем раскопки. Поднялся сильнейший ветер. Пуговичка у меня орляночка. Но что-то она какая-то подубитая. Но вон он, рельеф проглядывается, видите. Сломанная, печальная, но находка имперская. Продолжаем поиски, не переключайтесь, ребята. Тут контур старой дороги. Ой, ветрище. А у меня здесь монетка. Дундель Николаевский. Тереть не буду, с рельефчиком. В общем, пойдет зачет, я думаю, почистится. Монетка видно, что бодренькая. Продолжаем поиски. Машина продолжает косить. А я тут бегаю за ним. У меня монетка Николаевская копеечка. Медная, думал, серебро. Они также звучат, вот эти копейки, как серебро. Ну ничего. Ищем дальше, ставим лайки. Друзья, корявые, видите, как и гвозди. И в одной вот такой ямке вот такая штучка у меня вылетает. Не знаю, что это было. Может, от какого-нибудь ретро-автомобиля или от конины чего-то, не знаю. Кто что знает, подскажите. Такая вот прикольная штучка, бронзовая. Обязательно забираю. Обожаю такой шмурдяк. Ищем дальше, копаем ямки. Сейчас сигнальчик, ребят, смотрите. Четенький, монетненький. Сейчас буду снимать. Сейчас будем копать вместе. Ветрище, блин. Что это монетка? Опа! Монетос. Монетос крупный. И непонятный. Сейчас, секундочку. Ну что ж, тут показывать-то и нечего. Просто какая-то болваночка. Ха, как алик. Хлам, убитая монета. При жизни была еще, походу. Ну ладно. Все равно кругляш, все равно приятно. Продолжаю копать ямки. Хороший я тут, ребят, пятачок нащупал. Смотрите, еще монеточка. Все имперское. Опять копеечка. Так, копеечка. Николаевский формат. Опять обманка, как будто серебро. Ладно, рельефчик вон видно. Медь тут не очень хорошая, но ничего. Продолжаем ходить, продолжаем копать. Сейчас вам, друзья, покажу находку, от которой реально у меня захватило дух. Я не знаю, что это, сейчас будем смотреть вместе. Не переключайтесь, смотрите, блин, это просто бомба. Если это то, вообще огонь. Ах, ребята, смотрите, что я нашел. Это обручалка. Но, походу, она... ну, не золотая точно. Но я ее жахнул просто. Латунная. А дух-то как захватил. Видите, как блестит. Колечко. Ха, огонь! Сейчас потру, посмотрю. Может, золото? Нет, друзья, это латунь. И здесь что-то еще было, видимо, прикручено. Видите, как оторвалось. Но все равно находочка прикольная. Дух захватила. Эмоции безумные. Продолжаем с Деусом копать. Друзья, погодка вроде разгуливается. Ветрище продолжает дуть. У меня тут находочка такая прикольная. Смотрите, какая-то привеска была. Конина, наверное. Сзади еще какие-то тут прицепы. Все отломанное. Наверное, что-то было интересненькое. К
кто что знает, подскажите. Но это по-любому от упряжи. Украшалка. Вот такая вот конинка, короче. Блин, да что ж она падает-то? Ладно, копаем дальше. Продолжаем поиски. Друзья, посмотрите, какие шикарные виды. Шикарное небо, солнце. Ну, ветер, блин, обламывает. Короче, у меня находка, смотрите, какая крутяцкая. Пятерочка, 26-й год. Старенький-старенький советик. Скоро ему 100 лет уже будет. Цена от 400 до 800 рублей. Если был бы 27-й, намного приятнее был бы уже ценник. Но цена для меня не главная. Главная находка. Первый раз я нахожу такую вот монеточку. Она очень бодрая, очень приятная. Все, я аккуратно ее почищу. И займет она свое место, свою ячейку в моем прекрасном альбоме. Офигенно! Ставьте лайки. Продолжаем с Деусом копать. Так, друзья, немножко пошел в другое место. Смотрите, не видно, наверное, нифига, да? Монеточка у меня, монеточка еще. Монеточка. Медь тут, конечно, в хлам. Так, сейчас я ее тирану, покажу. Какалиус, но это полушечка. 1730 какие-то года примерно. Медь что-то тут убиенная. 1741. 47-й, хрен ее знает. Но это полушка. Но все равно монетка, зачет. Продолжаю. Погода активно меняется. Смотрите, что-то происходит. Ветер просто адский. Короче, еще у меня сигнал, монетка. Вот она выпала. Ха, это не монетка. Или что это, хрен его знает. Смотрите, какой. Патроны, что ли. Сейчас потру, покажу. Ну, в общем, какая-то хрень. Но это не монета. Но сигнал, конечно, медный, бомбический был. Какая-то штукенция. Ну, ничего. Продолжаем поиски. Ребята, ветрище адский. Дождик начался. А у меня монеточка. Монеточка, монеточка. Вот она маленькая. Малышка, смотрите, как я попался. Эй, даже тереть страшно. Сейчас я ее почищу и обязательно покажу. Блин, не знаю уже, как от ветра прятаться. Смотрите, но это у нас полушка. АШЕ, по-моему, видно. Петр Алексеевич. Петрушкины тут. Тереть ее не буду. Как правило, монеты эти все всегда в печальном сохране. Но видите, что-то видно. А это значит, что это зачет. Продолжаю ходить в этом направлении с Деусом. Ну что, ребята, брат Камрад отобедал. Смотрите, в каком месте сидел и кушал. Тут, походу, либо лисы, либо енотовидные собаки. У нас, кстати, их развелось тут. Хреново куча. Так, сейчас включу вспышку. Есть там кто? Эй! Смотрите, какие норы. Одна, короче, туда уходит. Вторая уходит вот туда. И вот такой отвал чистейшего, чистейшего, чистейшего песка. Вот. Но следов практически нет. Ну, кое-что есть, конечно. Но на это внимание не обращали. Ладно. Перекусил вот в таком овражке, спрятался от ветра. Сейчас пойду на поле опять копать. Смотрите, не переключайтесь. Просто тишина. Смотрите. В общем, ветер. Всячески буду его прятать. Телефон. Смотрите, что мне вылетает. Это, походу, пятак. Ай. Ай. Что это такое-то? Павел. Это, ребятки, 2 копеечки. Павлушка. Ничего больше делать не буду. Видите, рельеф. Это Павел, 2 копеечки. Ребята, будет интрижкой. Я обязательно добавлю следующий момент видео, когда я ее почищу. Ну, хотя бы помою. Ах, зачет. Только тракторист прошел, и я прям за ним бегу. Продолжаю поиски. Вот чуть-чуть помыл монетку. Особо не буду ничего с ней делать. Наверное, ее отправлю в мыло. Рельеф, смотрите, есть. 1799 год, 2 копеечки, Емский двор. А здесь печалька, ребята. Это либо я лопатой шарахнул, до металла пробил. Ну, короче, экземпляр стоит изучения, стоит внимания.
Такая вот шикарная находочка. Зачет. Смотрите, какая опять погода, ребята. Какая опять погода. Короче, сигнал был пробочный. А здесь у нас пуговичка. Пуговичка. Крестьяночка. Лысенькая. Но целенькая, как всегда. Зачет. Продолжаем. Пробую спрятаться от ветра еще раз. Видели, да, где? Смотрите, какая мне уникум выпадает. Бутьон де Парис. То есть, ну, короче, французская пуговичка. Гнилая. Ей лет 50 как минимум. А там хрен его знает. Может и больше. Вот так вот. Видели? Вот это находки. Сидит мышка ошарашенная. Видать, ей дом сломали. Давайте попробуем ее взять в руки. О, она в печали. Смотрите, какая находка. Полевочка. Маленькая. Тихо, 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 тихо. Ее дом, видать, сломали. Смотрите, какая печалька. Ручная. Не кусается. Даже не кусается, смотрите. Вот развлекуха. Смотрите, какой хомяк. Надо дочке заснять. Возьмет домой такую. У меня кот дома, зверь, сожрет. Прикольно, да, ребят? Блин, что с ней делать-то? Ладно, сейчас траву и закину туда, вон, под деревья, чтобы ее не перекосил он дальше. Печальки такие бывают, да. Друзья, смотрите, что происходит. Приходится убегать, 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 убегать. Сейчас будем, смотрите. Блин, сейчас, наверное, промокну. Ладно, коп заканчиваю. Экстренная ситуация. Ребята, максимально закрываю ветер, как могу. Если будет шуметь, извините. Посмотрите, в какую клавку я сейчас только что попал на поле. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, все, ребята, я сейчас промокну. Блин. Ну стихи, мать ее, куда? Чего там, сами понимаете. Ха-ха, сейчас будет жесть. Ладно, что постараюсь снять, сниму. Ну, походу, будет сейчас весело. Но самое главное, я двушку палу взял. Ребята, коп удался. Это круче серебра. Он еще комрад копает. Короче, все, коп заканчиваем. Оу, сейчас будет штормить. Ни хрена себе. Смотрите. Оу, сейчас лечу. Офигеть, офигеть, ни хрена, что сбивает.